если у вас очень часто прыгает давление, то резко поднимается, то опускается, есть очень хорошее старинное народное средство, как стабилизировать свое давление. Итак, возьмите 50 маленьких веточек гвоздики, они вот такие, и 4 стакана воды. Поместите все это в эмалированную большую кружку или глубокую эмалированную тарелку и поставьте на огонь. Пусть все это закипит и варите до тех пор, пока жидкость не уменьшится ровно наполовину. То есть должно остаться примерно 2 стакана уже отвара гвоздики в воде. После этого выключите огонь и закройте крышкой и дайте настояться этому отвару. Когда он полностью охладится, перелейте его в какую-нибудь емкость, в бутылку и так далее, и поставьте в холодильник. Потом в течение месяца, а желательно и больше, необходимо 3 раза в день принимать данный отвар по 1 столовой ложке. 3 раза в день, как я и сказал. Желательно это делать натощак.